Сегодня учителя Шуйской школы, проведшие в ноябре памятную акцию по блокаде движения на мосту в поселке Шуя, выступили с политическим заявлением. Они заявили, что невыплата заработной платы является грубым нарушением законодательства и Конституции Российской Федерации. А поскольку нарушение это совершает само государство, они, учителя, отказываются праздновать 12 декабря День Конституции. Единственное осталось неясным, будет ли 12 декабря в Шуйской школе учебным днем или выходным.